Вот это его журнал. Самое ценное, что было у отца. Здесь собрано все, что он знает о мире зла. И он передал его нам, чтобы мы продолжили его дело. Спасали людей, истребляли зло. Наше семейное дело. Дин, ты мой брат. И я умру за тебя. Сэм! 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 Сэмми! Что мне теперь делать? Что мне теперь делать? Юка, все нормально? Но... Нет. Нет, Сэм, не нормально. Совсем не нормально. Я знаю, что внутри ты мертв. Ты чувствуешь свою ненужность. А глядя в зеркало, ты... ненавидишь то, что видишь. Всю свою жизнь. Я верил, что мы делаем важное дело. Невзирая на цену, невзирая на потери, даже если это папа или Бобби, или... Хочу сказать кое-что. Что? Я горжусь нами. Нет, нет. Тихо, 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 Дин. Дин, ну-ка очнись. Дин. Дин. Я получал удары, но не отступал, потому что верил. Мы меняем мир к лучшему. Твою мать! Как всегда! А теперь мама... И Кас, и я не знаю. Не знаю. В такой жизни, с охотой, чудовищами, нет ничего хорошего. Только боль, ужас и смерть. Ты больше не веришь. Мне нужна победа. Хотя бы одна победа. Мне надо, чтобы ты верил. За нас обоих. Потому что сейчас... Я вообще ни во что не верю. Я не смог спасти маму. Не смог спасти Касса. Даже пацана этого и то не смог. Сэм пытается все исправить, а я лишь тяну его вниз. Не смог спасти маму! Бросил Сэма на меня! Нечестно! Я не должен был тащить такую ношу! Не должен был! Так что просить я не стану. Пора, значит, пора. Мы все потеряли. И ты должен его вернуть. Ты вернешь Касса. Вернешь маму. Вернешь их всех, понял? Всех! Даже Кроули! Но люди молились тебе. Создавали церкви для тебя. Быстро спустился сюда! И все исправил! Сейчас же! Немедленно! Ты действительно веришь в это? Ты хочешь умереть? Пожалуйста. Сэм, я испробовал все. Все, что мог. А мне на руках одна карта, и я ее сыграю. Это сейчас она только одна. Завтра мы найдем новую. Но если ты сдашься сейчас, никакого завтра не будет.
Мне нужна помощь. Прошу.